В рамках партийного проекта «Военные городки» член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Степаненко провел рабочую встречу с жителями многоквартирных домов в Кубинке. На ней обсудили проблемы и жалобы, поступающие в адрес управляющей компании военного городка. Также начальник теруправления Кубинка провел обход территории и дал оценку качества содержания общего имущества многоквартирных домов в прилегающей территории, находящихся в зоне ответственности УК «Наше время».